Морозы в Европе бьют рекорды. В Норвегии температура упала до минус 40. Многие автовладельцы вынуждены пересаживаться на общественный транспорт, поскольку не могут завести свои машины. Ну а те, кому это все же удалось, рискуют попасть в аварию. Из-за метели и гололеда число ДТП выросло в разы, как и длина пробок, собственно. Похожая ситуация и в соседней Швеции. На улицах Стокгольма сугробы, сотни шведов остались без электричества. Во льдах Балтийского моря встали 3 танкера, и им на помощь сейчас идет ледокол. В Латвии минус 30. Для многих районов страны это температурный рекорд. Десятки человек госпитализированы с обморожениями. Возросло число пожаров. Дома в сельской местности зачастую отапливаются дровами и углем. Из-за холодов в некоторых населенных пунктах закрыты школы. Синоптики говорят, что морозы продержатся до конца февраля.